Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. Я Светлана Портнягина. Приветствую вас, друзья мои. Сегодня эксперимент. Будем печь кекс клубничный. То есть, нам для кекса понадобится вместо стакана сахара, я беру полстакана варенья клубничного и полстакана сахара. Вот оно, варенье клубничное у нас. Ну и, конечно, нам понадобится. Я буду брать полтора стакана пшеничной муки и полстакана ржаной муки. Полстакана сыворотки, значит, 1/3 стакана растительного масла, 2 яйца сода, варенье и сахар. Еще раз повторяю, вот такие ингредиенты нам нужны. Будем готовить кекс клубничный. Надеюсь, что у нас получится. Это эксперимент с вареньем. Я готовила раз давным-давно, еще в молодости. Поэтому не знаю, что получится, но я готовила не кекс, конечно. Ну, это не важно уже. А будем пробовать делать клубничный кекс. Да поможет нам Вселенная! Итак, друзья, для начала мы разбиваем яйца. Так-с. Добавляем сюда растительное масло. Так-с. Полстакана сахара. Ну и, наверное, сразу хряпнем мы сюда варенье, потому что, для того, чтобы ягода разбилась, понимаете, полстакана, я даже заморачиваться не буду, здесь, наверное, и будет полстакана. Короче, все, прямо с ягодой, ягода у меня цельная, я не знаю, что в итоге получится, но Вселенная нам поможет и будет очень вкусно. Я в этом уверена. Главное, чтобы пропеклось. Я вот сейчас наразглупила. Давайте так. Я, короче, ржаную муку уберу, потому что я боюсь, что она придаст тяжесть тесту. И так будет тяжелое творение, да, потому что влага. Поэтому я заменю ржаную муку на пшеничную. Итак, друзья, муку я заменила. Вот. И сейчас вот эту вот массу всю, которую я добавила, да, мы сейчас все это хорошо взобьем в такую однородную эмульсию. Взбиваем миксером. А, духу, ну рано еще. Итак, друзья, вот такая масса у нас смешная получилась. Коктейль. Мам дорогая называется. Теперь я добавляю сюда сыворотку. Наверное, у меня будет много жидкости. Ну ладно. И добавляю соду. Так-с. Сейчас мы вот так вот это размешаем. Взбивать не буду, просто размешаем. Ой, а пахнет вообще, аромат, конечно, обалденный. И просеиваю сюда муку. Вообще по рецептуре вот, да, у меня 2 стаканчика муки должно быть. Здесь вот у меня 1,5. Вот в этой штучке. Вот. Но сейчас будем смотреть, потому что жидкости много. Даже не заморачиваясь, бросаю вторую половинку. То есть до 2 стаканов. Ну, сейчас уже будем смотреть, что у нас тут получилось по консистенции. Сначала размешаем, затем забьем, а то мука полетит в разные стороны. Размешиваем, чтобы мука стала влажной. И все, разбиваю я миксером, хорошенько взбиваю. Итак, друзья, по-моему, тесто у меня хорошее получилось по консистенции. И хочу вам сказать, что аромат здесь просто необыкновенный. Ну, сами понимаете, да, клубника очень ароматная. Это просто вообще вот, ой, пока взбивала. Знаете что, друзья, я решила выпечь в хлебной форме, чтобы он был такой похож на кекс а-ля совдепия. Ну, раньше в кондитерских продавали такие кексы. Они были такой вот формы. Сейчас я подумала. Сначала я достала обычную пироговую форму. Потом подумала, что... Ой, блин! Ну, короче, решила я вот в такой хлебной форме. И такой будет а-ля... совдеповский кекс. Главное, чтобы у нас пропекся. Сейчас я все там помою. Надо помыть ее, она грязная. А пока у нас тесто постоит. Итак, друзья, я смазала форму маргарином.
и посыпала манной крупой. Можно это смазать растительным маслом, мукой, но я не рискну, потому что в прошлый раз я смазала растительным маслом, все сделала то же самое, но он у меня еле-еле отвалился, поэтому мне эта нервотрепка нафиг не нужна. Вот. Можно спредом смазать и посыпать мукой или сухарями панировочными, какими-нибудь хлопьями злаковыми. Короче, вот так. Я не буду переворачивать уже. Ну, видно, да, что я налила туда тесто. Немножко вот так вот потрясти, чтобы он там улегся ровненько. Ну, и забыть о нем минут на 20, на полчаса. Пусть он постоит. Можно накрывать, можно нет, потому что тесто масляного бисквита, оно не заветривается. Короче, минут 20 это минимум, полчаса. Пусть постоит, поработает. Затем минут за 5, за 10... До того, как ставить духовку, мы включим духовку, чтобы она была уже разогрета. Я буду выпекать на 210 градусов, как всегда. У меня обычная духовка, без всяких поддувов и даже без лампочки. Вот так, ждем-с. Итак, друзья, у меня где-то полчаса прошло, может, даже больше. Приступаем. Ставим нашу форму. С тестом, духовочку, да поможет нам вселенная. Пусть будет кекс клубничный, вкусный, пропеченный, румяный, пышный и аппетитный. Да поможет нам вселенная. Ну, минут 40, наверное, минимум. Протыкаем зубочисткой, проверяем. Друзья, я не знаю, сколько прошло, но больше 20, ну, минут 20, наверное, прошло. Может, меньше, не знаю. Короче, проверяем. Заглядываем туда, где происходит волшебство. О, вот на такой стадии. Закрываем. Вот, друзья, такой сильный запах у меня. Такое ощущение, как будто оно немножко подгорает. И не знаю, почему. Вот сейчас проверяем. Я вынула. Не знаю, я припуксила. Нет, время я не засекала. Сейчас мы проверим. Такая вот у меня шпажка есть. Что-то туговато идет. Не знаю, конечно, почему. Но я еще поставлю. Пусть еще попечется немножко. Чтоб уже наверняка. Итак, друзья, смотрим, что у нас там вышло. Достаю. Уже горелым пахнет вообще конкретно. А я там занялась рассказом. Сегодня напечатаю рассказ на конкурс. На свитке. Ссылочку брошу. Заходите, читайте. Будет очень приятно, если вы напишете отзыв мне. Потому что для меня очень важны отзывы читателей. На Свике пишут, да, больше нигде не пишут. Там самые такие активные читатели. Но это зарубежный сайт читательский. Там и пишут, и читают. Короче, сейчас я достану наш кексик. И хотя вот можно сейчас проткнуть. Ну, наверняка уже пропекся, конечно. Вот более плотный. Ну, короче, сейчас я буду доставать. И будем смотреть на срезе, что у нас там получилось. Ну что, друзья, вот такой кексик у нас получился. Отлично пропекся. Вот сейчас я вам покажу. Вот так вот. Очень горячий, я еще не пробовала его. О, слава богу, поймала ракурс. Вот. Сейчас я попробую. Прям вот так вот кусочек. Вот горячий, конечно, не отдает. Очень легкий. Прямо легкий-легкий. Душистый клубничный кекс. Ням-ням-ням-ням-ням. Друзья, какой же он вкусный. У него вкус такой. Вкус клубничного варенья, представляете? Вообще. Отпадный кексик, вообще вкуснота необыкновенная. Друзья мои, желаю вам кулинарного вдохновения, радости бытия, благодарных едоков и всего самого-самого доброго, любви к жизни. Ходите по ссылочкам, оставляйте отзывы, ставьте лайки или дизлайки по вашему усмотрению. Всего вам самого наилучшего. Желаю хорошего волшебного настроения, радости бытия и счастья. До встречи. Чао, какао.